Привет, друзья рыболовы! Сегодня мы с вами будем ловить на Волге, рыболовная база ручей, которая славится своим хариусом. Собственно, его мы и будем ловить. Водится он только здесь. За выполнение квеста дают жемчужины и лицензии в заповедник. В общем, как всегда. Перепробовал я все наживки возможные и... Единственная, на мой взгляд, вменяемая наживка – это воблер-лосось среднего размера. За отсутствием каспийской форели конкуренты другие просто не клюют. Ловится он практически по всему ручью, но мне больше нравится забрасывать против течения. Мне кажется, так рыба попадается более крупная. Сейчас мы такую и поймаем. Хариус, рыба из отряда лососевых, то есть параллельно мы еще и выполняем достижения лососевые. Вот он в верхнем слое воды, хариус, и хариус крупный, то есть он должен отобразиться в чате. Сейчас мы его отпустим на волю, и вот видим, в чате прописано, мы поймали крупного хариуса. По окончании квеста приходит сообщение, в конвертик вложены наши награды, жемчужины и лицензии. И сейчас мы посмотрим мой садок, что же я фактически ловил. Ловил я только хариуса. Весь он пойман на воблер средний. Поверху. И этот способ можно рекомендовать тем, кто выполняет квест уха и когда нужно выловить определенную рыбу. Ловите как я, и вы обязательно поймаете.